Самому известному великану Советского Союза по фамилии Степанов и по имени Степан исполнилось 80 лет. Персонаж, созданный писателем Сергеем Михалковым, стал настоящим кумиром для нескольких поколений советских и российских ребят. Ко дню рождения любимого героя в Ульяновском педагогическом университете открылась выставка «Дяди Стёпе 80». Открыл ее внук Сергея Михалкова и прототип сына дяди Стёпы, кинорежиссер Егор Кончаловский. Герои Сергея Михалкова вообще и дядя Стёпа в частности остаются актуальными. Это говорит о том, что это большое литературное поэтическое произведение. Холл главного корпуса педагогического университета превратился в настоящую улицу, вдоль которой расположились дома-инсталляции с жестяными крышами, живописными арками. Мимо проезжают машины, а за порядком следит сам добрый дядя-милиционер. Дядя Стёпа – это идеализированный полицейский, идеализированный милиционер, который, он идеальный, да, таких людей, наверное, не бывает, он почти святой. Для меня лично дядя Стёпа – это, конечно, персонаж, который прошел через всю мою жизнь, потому что он старше меня на 30 лет. Моего любимого двоюродного брата зовут Степан. Вот. Дядя Стёпа – это всегда переплеты книг в библиотеке моего деда стоящие. Дядя Стёпа был издан какие-то невероятные сотни количества раз. В экспозицию выставки вошли более 150 детских рисунков, призеров конкурса «Я карандаш с бумагой взял» по мотивам произведений Сергея Михалкова, проведенного к столетию юбилея писателя. Выставка продлится до 28 февраля. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.